Всем добрый день. Сегодня у нас несколько запоздалый и несколько отличающийся от всех других утренний обзор. В центре он, короче, будет у меня. Без моря. В Лазаревском пасмурно, слишком шумно, очень много машин ездит по сторонам. А я иду, знаете куда? Магнолию вам показывать красивую. Я показывал мою в прошлом году. Неоднократно ее фотографировал. В прошлом году. А в этом еще нет. Пойдемте посмотрим. Чирикают птички какие-то там. А вот она, наша белая красавица. Там в парке тоже есть белая магнолия. Но она высоко и далеко. Ее особо не рассмотреть. А здесь вот она пониже и поближе. Вот такая красавица. Только, пожалуйста, не говорите мне, что это тюльпановое дерево. Если честно, тюльпановое дерево вообще расцветет в конце мая. Красивые очень лепесточки. Красивое деревце. Достойно того, чтобы сделать даже маленький коротенький шорт. Там вот эпицентр чириканья. Я не знаю, что это за птица. Возможно, воробьи, а может еще какие-то там. Но они тут наслаждаются. Розенькие цветочки какие-то. Ну и мне, как всегда, звонят в ответственный момент. Как мне это нравится. Всем доброе пасмурное утро. Всем пока.